Подняли мячи вверху, передали партнеру, побежали дальше трусой. Живее, 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 тянемся, 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 тянемся. Тянемся за мячом. Движение под правым бедром, под левым, под правым, под левым. Остальные разгибаем движение. Живее, 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 живее. Два правая, два правая. Мяч вниз, четыре быстрых касания, пошли. Обводя в самый конец, вот сюда. Здесь мы уже готовы, ножки пошире поставили. Прокатили между ног. И следующий уже ведет, когда мяч показался спереди. Делаем два раза. Два таких круга без перерыва сразу же. Побыстрее.
выскакиваешь, если ты чувствуешь, что я за тобой не успел. Ты должна не назад, а уже прием в разворот. То есть ты вот, например, меня сдергиваешь туда, вот, показал, я раз. И вот все, я не успел. У тебя вот прием должен быть уже все. Ты можешь. Еще, ну, еще лучше прием. Типа больше не в центр, а в середину. Все, ты выиграла позицию. Вот ты стой, я от тебя отскакиваю. И вот у меня короткий под себя должен быть прием. Вот я принял. И все. И вот с уходом я просто раз, два, второй быстро. То есть, вот. Борис дает. Ну, правой ногой, левой, она простая. Вот он сильно дает, я раз, два. То есть, вот этот прием, как бы... То же самое правой ногой, то есть у тебя там... А что он сжигался? Да я же... Давай. Я сама испугалась. Смотри, то есть у тебя... Вот у тебя хоп, прием, все, у тебя мяч под тобой. Ты атакуешь, я развернулся туда.